Смотрите прямо сейчас в программе «Детали недели». Воздушное пополнение. Для нас на самом деле вертолет – это сегодня не просто необходимость, это жизнеобеспечение. Когда поддержка региона приносит зримые плоды. Операция «Январский гром». История в 80 лет и ее благодарные потомки. И голосуем за будущее. На избирательном участке обязательно звучала музыка, звучали духовые оркестры. Выборы как праздник с песнями и обязательными семейными традициями. На телеканале «Юрган» «Детали недели». Здравствуйте. В ближайшие полчаса наиболее заметные события прошедших дней. А начнем мы с деталей рабочего графика главы. На этой неделе рабочий график главы Коми был насыщенным. На поездке, встречу, совещание Владимир Уйбаснова встретился с семьями участников специальной военной операции. Он продолжает держать все вопросы родных наших бойцов на личном контроле. Работа по горячей линии, на самом деле, это тоже, по сути, прием, вот такой же, как сегодня. Потому что каждый день я горячую линию просматриваю лично. За каждый день я могу отчитаться, что я посмотрел горячую линию и дал по результатам просмотра поручения своим коллегам, помощникам, руководителям правительства. В республике Коми участники специальной военной операции и члены их семей получают больше 30 видов поддержки. С 1 января этого года заключившие контракт в республике Коми на участие в специальной военной операции получают единовременную денежную выплату 300 тысяч рублей и ежемесячную 60 тысяч. Хочу всем напомнить, что есть и сегодня эти вопросы есть, и в горячей линии они есть, когда кандидат на контракт выбирает другой регион. Но потом, естественно, все вопросы идут сюда. Потому что никто в Санкт-Петербурге, в Москве с родственниками не разговаривает. Говорят, ну вы откуда, из Коми? Ну туда и обращайтесь. Еще раз хочу напомнить. Мы с этого года приняли беспрецедентные меры поддержки. По деньгам мы сегодня точно так же сравнялись со всеми федеральными ведущими центрами. Мы защищаем одну родину, безусловно. И откуда бы человек ни ушел, он защищает родину. Но вопросы, когда вы задаете нам, мы не знаем, где он. Нам очень сложно. И в данном случае военкому очень сложно, потому что ушел человек не из нашего региона. Ушел совершенно через другое направление. Конечно, ищем, конечно, там выясняем, но это время. Глава Коми рассказал о поездке на передовую к нашим ребятам. Передал благодарность от бойцов за помощь тыла. Родственники военнослужащих поблагодарили главу республики Коми за всестороннюю помощь и неравнодушное отношение к судьбам наших защитников. На этой неделе по поручению главы Коми на передовую отправили очередную партию машин. Владимир Уйба держит постоянную связь с бойцами, с их командирами, и те просят главу помочь. Чаще с транспортом. По распоряжению главы республики Коми машины приобретены фондом «Добрая республика». Машины приобретены у физических лиц, потом доведены до хорошего состояния в автохозяйстве главы. Машины в этот раз необычные, машины подготовленные для бездорожья. Надежные УАЗы и Нива в начале недели были погружены на автовоз и уже доставлены к месту назначения. Сделал это предприниматель Александр Федоров. Это уже вторая его поездка к нашим бойцам. Что вас подвигло, что вот вы хотите помочь? Ну а почему нет, если есть такая возможность? Кто-то идет, воюет, кто-то деньгами помогает, а я могу так помочь. Когда машина почти 3000 километров проходит своим ходом,
для УАЗика это, ну, большой стресс, можно сказать. Поэтому машины подготовлены хорошо, все проверены. И поэтому очень большая благодарность Александру, что он довезет эти машины именно на автовозе. И они, ребята, их примут вот в том виде, в каком они есть. Проходимые машины жизненно необходимы нашим бойцам. По весеннему бездорожью перебрасывать снаряжение, провиант, вывозить с поля боя раненых, спасая их жизни. Два новых вертолета для регионального авиаперевозчика. Глава КОМИ во время торжественной церемонии передачи ключей от винтокрылых машин в Казани подчеркнул: авиация для республики жизненно важна. Когда осознаешь, что такое республика КОМИ, это по площади, если чтобы быть более наглядными, это две Великобритании, но при этом вот эти 416 тысяч квадратных километров, это 80% леса и 750 населенных пунктов, 350 из которых не имеют круглогодичного дорожного полотна. То есть половину населенных пунктов мы можем добраться, как и в начале 50-х, только вертолетом можем долететь. И для нас, на самом деле, вертолет – это сегодня не просто необходимость, это жизнеобеспечение в прямом смысле. Транспортная доступность в распутицу, экстренная медицинская помощь, аварийно-спасательные работы. Новая техника передана КОМИ «Авиатрансу» по программе льготного лизинга. Еще один вертолет прибудет до конца года. Сейчас воздушный парк авиакомпании – это более трех десятков Ми-8 различной модификации. По решению главы КОМИ республика помогает региональному авиаперевозчику. В самый трудный период в 2021 году предприятию выделили 1,8 млрд на финансовое оздоровление. Теперь компания нацелена на развитие. Компания продолжает осуществлять перевозки. Соответственно, перевозки на региональном уровне – эта история всегда субсидируемая, поэтому, естественно, мы это поддержим. Кроме того, у нас 4 аэропорта, 3 крупных посадочных площадки, которые тоже требуют поддержки. Республика обеспечивает и безопасность полетов. Выполняя поручения главы, аэропорты оснащают специальным оборудованием для выявления опасных химических, биологических и взрывчатых веществ. Значит, берем таблеточку. Что пишет? Парацетамол. Парацетамол. Берем другую таблеточку. Аспирин. Тут может быть и взрывчатые вещества определять, и едкие вещества, кислоты всевозможные, спирты. То есть их несколько тысяч. На закупку отечественных приборов «Химэксперт» для КОМИ «Автотранса» были выделены средства из бюджета региона. Аппараты уже в работе в аэропортах Сыктывкара, Ухты, Печоры, Инты, Воркуты и Усть-Сыльмы. Глава КОМИ открыл в Усть-Сыльме новый лечебный корпус. Современное, полностью оснащенное медицинское учреждение. О нем здешние жители мечтали два десятка лет. И только с приходом в регион Владимира Уйба в Усть-Сыльмском районе началось строительство больницы, которое сейчас успешно завершилось. Это новое современное здание. Мы здесь имеем новый профиль оказания медицинской помощи. Это современный приемный покой, это современная диагностическая база с первым компьютерным томографом. Поэтому, конечно, для врачей, среднего персонала, работа в этом корпусе будет современная, будет с большими возможностями. Ну, а пациентам, конечно, скорейших выздоровлений от всех недуг и болезней. Я думаю, что новые стены будут этому помогать. Пятиэтажный корпус, стационарно 63 койки, оснащенный лифтом. Под одной крышей амбулатория, терапия, хирургия, палата интенсивной терапии, клиническая лаборатория, физиокабинеты и скорая помощь. Вот прекрасный зал – это у нас реанимационное отделение, то есть здесь все абсолютно новое. Наши доктора довольны
Они все уже опробовали, посмотрели. Вот у всех глаза горят, все хотят работать на новой аппаратуре. Гордость медицинского учреждения – современное оснащение. К примеру, компьютерный томограф или лапароскопическая стойка. Прежде в районе их не было. Теперь травматичные полостные операции заменят на щадящие лапароскопические. И не придется выезжать из района на обследование. Усть-Илёмы получили долгожданный современный уровень медицины, каким он и должен быть. Не скрывают радости и здешние медики, ведь раньше им приходилось даже оперировать в столетнем деревянном здании. Я работаю в Усть-Илёме с 2021 года. Вот, сразу пришел на работу в старое здание, в старую хирургию. Ну, для меня, конечно, это был шок сначала, так как... Я работал немножко в других условиях, вот, и перейдя в это деревянное здание, а здание постройки 1933 года, то есть ему 90 лет. Вот, и здание с косыми полами и с покосившимися форточками, так скажем, ну, не для хирургии. Вот, не для хирургии. Но в настоящее время, конечно, это большой шаг вперед. Очень комфортно для нас, для пациентов, в первую очередь для пациентов. Наша мечта, в общем-то, она сбылась. Жизнь в районе все больше приобретает благоустроенные черты. Здесь строят новые школы, больницы, культурные объекты. В Усть-Илёме уверены, теперь и молодежь, отучившись, будет возвращаться на малую родину. На этой же неделе в селе Выльгард Сыктывдинского района глава Коми открыл Дом культуры после капитального ремонта. Здание сегодня не узнать. Это полный восторг, это восхищение, это радость, потому что мы работаем в новых условиях, в обновленном Доме культуры. Вы видели этот прекрасный, красивый фасад, также панорамные окна, теплый концертный зал, и теплые залы все, и обновленные коридоры наши, и, конечно же, новая яркая современная мебель. Вот так выглядела главная сцена района еще в прошлом году. Крыша протекала, на зрителей капала прямо во время концертов. А это тот же зал сегодня. Обновления здесь очень ждали. Здание отремонтировали в рамках национального проекта «Культура». Через месяц, несколько дней, будет 4 года, как я в республике. А на самом деле уже не хватает даже на двух руках пальцев, когда начинаешь вспоминать, какие объекты либо были построены, либо были вот капитально отремонтированы. Это не только Дом культуры, это и школы, это и новые детские сады, и выстраданный Дом культуры в Пажге. И вот на самом деле понимаешь, что, в общем, жизнь-то проходит не зря. Мы, в общем, оставляем след-то с вами, и след хороший. Это очень важно. Глава республики помогает многим жителям региона решить их самые острые проблемы. На один из личных приемов к Владимиру Уйба обратилась Ольга Сарвачева. Подняла вопрос о переселении из ветхого дома 60-х годов в поселке Усть-Пожик Сыктывдинского района. Куда только не писали жильцы, жаловались, но помощи не было. Помог глава Коми. Родители Ольги Сарвачевой в советское время переехали сюда, в Коми-поселок Усть-Пожик из Курской области. Работали в местном лесопункте. Но после его закрыли, поселок стал увядать. Еще в 2011 году власти установили 100% износ дома, в котором жила Ольга Сарвачева. Но по какой-то причине решение об аварийности вынесли только в 2018 году. А значит, в нынешнюю государственную программу переселения из ветхого и аварийного жилья постройка не попала. Ну и оставаться в бараке дальше было невозможно. Колодец, вот, например, он завалился. Его вообще, то есть мама просила, чтобы его хотя бы почистили, ну тоже ничего. То есть со слудки там, с администрацией никаких и не было там помощи особо в плане вот этого. И, соответственно, да, ни воды, ни печное отопление. Несколько лет Ольга и ее мама, ветеран труда Татьяна Федоровна, арендовали жилье в Сыктывкаре. В 2023-м Ольга Сарвачева обратилась к главе республики, хотя уже и не верила, что возможно решить их вопрос. Владимир Викторович сказал, что постараемся, то есть в 2024 году, там, как получится, как только будут выделены деньги какие-то, мы вас сразу переселим. То есть вот ответ был такой. Ну и, соответственно, вот были выделены с резервного фонда деньги, и мы 29 декабря получили ключи от квартиры. То есть нас переселили.
Вы довольны? Мы очень довольны. Очень просторная квартира, шикарная, с балконом, с ремонтом, стройной кухней, то есть подвесные потолки. То есть все, мама у меня плакала, когда мы заехали. Она просто, ну, ей 85 лет, она ветеран труда, дети войны. То есть она столько ждала тоже, поэтому как бы, мы очень довольны. Спасибо. Все семьи, проживавшие в бараке в Усть-Пожиге, получили благоустроенные квартиры в столице Коми. Благодаря главе и правительству Республики Коми были выделены дополнительные финансовые средства из резервного фонда правительства Республики Коми, в рамках которых был расселен этот дом. Выборы президента России 2024-го – восьмые в истории нашей страны. Первые прошли больше 30 лет назад, в июне 1991 года. Тогда явка была рекордной – больше 70%. Дни голосования всегда праздничные для населения с выпечкой, песнями и плясками. Об истории президентских выборов в Коми Дарья Вологжанина. год. Первые в истории России президентские выборы. Голосование всеобщее, прямое, тайное. Явка по стране 75%, по Коми 70%. Показатель высокий. Охватить все территории – та еще задача. Дорог, к слову, меньше, чем сейчас. Техники тоже. Тем не менее, жители республики, как и всей страны, активно включились в избирательный процесс. Это был самый высокий поток желающих избирать. Если мы берем страну 106,5 миллионов человек, на выборы пришло 80 миллионов человек. Это самый высокий рейтинг посещаемости президентских выборов. Свыше 74%. Никогда более. Эта цифра до сегодняшнего дня, возможно, что-то изменится завтра, послезавтра. Но пока это самая высокая цифра потока избирателей. Выборы организованы так же, как и сейчас. Пришли лишь технические нововведения. Голоса подсчитывают с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней. А за порядком на участках следят с помощью видеокамер. Что касается организации избирательного процесса на уровне участковых комиссий, то он в принципе не изменился с царской России. Да, те же протоколы, те же бюллетени, те же ящики для голосования. Может быть, они назывались тогда по-другому. Но в принципе организация процесса на уровне участковых комиссий и тогда, и сейчас она осталась прежней. Танцы, пляски, угощения. Выборы на всех избирательных участках – большой праздник. Голосовать приходят целыми семьями. Решается судьба страны. Пока родители делают свой выбор, дети играют в игровых комнатах. Вечер обязательно заканчивается праздничным концертом. Избирательные комиссии начинали работать в 6 утра. Ни один раз, работая в избирательных комиссиях, мы приходили к 5, и к 6 уже стоял народ у избирательных участков. И, скорее всего, это были бабушки, то есть старшее поколение, которым нужно обязательно проголосовать было, и молодежь, впервые голосующие. Вот мне бы тоже хотелось подчеркнуть, что избирательное право предоставляется всем гражданам Российской Федерации, начиная с 18 лет. И вот в 90-е годы и в 2000-е годы на избирательных участках впервые голосующие получали памятный подарок. К слову о явках по району. Традиционно в лидерах южная часть республики. Прилузский район всегда активно пользуется избирательным правом. Прилузский район всегда давал высокую явку. Я считаю, это то, что здесь больше коренного населения, здесь больше жителей пожилых, здесь все-таки сельский район, где люди с удовольствием идут на выборы. И кроме того, в дни голосования на избирательных участках всегда проходят мероприятия, на которых также люди с удовольствием идут. Полина Забродская из прилузского поселка Орысь как раз из тех активных жителей, которые не пропускают ни одно голосование. Не помеха, даже труднодоступность населенного пункта. Голосую я с 18 лет, никогда не пропускала выборы. Всегда старалась бывать. Разве что болею. Может так, то домой приходили.
Территория республики большая, проголосовать должен каждый, даже в тундре. Члены участковых комиссий добираются в труднодоступные точки на поездах, вертолетах и снегоходах. Неважно, на улице дождь, метель или трескучий холод. Да и сами люди у нас ответственны. К примеру, в 2012 году наш корреспондент присоединилась к жителям деревни Курьядор и отправилась на пункт голосования на санях, запряженных лошадью. Избирательный участок находится в селе Маджа, что в 4 километрах от деревни Курьядор. Вот сани готовы, и мы отправляемся. Поехали! В дни голосования члены комиссии совершают настоящий подвиг. Главная задача – охватить максимум людей и сохранить избирательные бюллетени. В выборной истории Коми немало курьезных случаев, но ни разу ничто не смогло помешать процессу голосования. Возникали ситуации, когда граждане, например, проходя ночью мимо помещения для голосования или здания, где находится помещение для голосования, заметили там возгорание, это было в Ижевском районе, и благодаря своевременному вмешательству и сообщению пожар удалось локализовать, ну и, собственно говоря, и избирательные бюллетени, которые там находились, и вся документация были спасены. Когда-то были случаи, когда пропадали бюллетени? Нет. Не было, нет, да? Такого случая нет. Вот у нас есть пионеры, у нас есть члены участковых комиссий, которые не дадут пропасть избирательным бюллетеням. А теперь еще бюллетени под пристальным вниманием видеокамер. В Коми, как и во всей стране, они появились в 2012 году. Тогда трансляцию с избирательных участков мог посмотреть каждый. Я вот сейчас пойду домой и по интернету буду смотреть. Вот, может быть, вернее, если будет время, конечно. Могу также посмотреть то, что творится у нас на участке. На этих выборах общедоступной трансляции нет. Следить за ходом голосования могут сами кандидаты, представители политических партий, общественники, уполномоченные по правам человека. Картинку транслируют на большой экран Центра общественного наблюдения. Идут годы. В избирательный процесс приходят новые технологии, меняются люди. Но остается одно. Каждый из избирателей в дни голосования решает судьбу своей страны. Мы продолжим после короткой рекламы. Центр познания появился в детском саду Усть-Илимского села Замежное. Благодаря конкурсу социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Приобрели игровые наборы, графические планшеты и световые песочницы. Как все это помогает развивать у подрастающего поколения экологическое сознание, расскажет Анна Зубарева. Если мы с вами будем кушать конфеты, шоколадки, у нас зубки какие будут? Здоровые или не очень? Не очень. Будут болеть? Посмотрите. Вместо скучных рассказов о правильном питании – увлекательное путешествие в мир полезных привычек, где каждый овощ и фрукт можно потрогать. Для малышей детского сада в Замежной теперь любые занятия проходят в радость. Здесь появились яркие муляжи, и графические планшеты, различные игровые наборы и даже световые песочницы. Все это, помимо того, что развлекает, еще и развивает. Например, положительно сказывается на речи. Раньше мы говорили, например, вот что такое здоровье человека, просто им показывали там какие-то картинки, да, они не могли их потрогать. А сейчас, как бы, на занятии я им даю полную, как бы, свободу, мы начинаем все это смотреть, трогать, тактильно они это ощущают, и больше интерес у них проявляется на занятиях, стали усидчивее сидеть на занятиях, и занятия приходят весело и задорно. Сейчас в сельский сад ходит 36 детей, и у каждого есть все необходимое для полноценного развития. Серьезно усилить материально-техническую базу удалось за счет гранта «Лукойла». Нынешняя победа уже третья на счету. До этого, благодаря конкурсу социальных и культурных проектов компании, здесь уже полностью обновили детскую мебель, приобрели мобильные модули, а еще оборудовали целый экологический уголок с 5 микроскопами. Благодаря вот этим проектам у нас полностью обновилась база в старшей группе, в младшей группе. Да, детям стало интереснее, группы стали ярче, родителям стало больше нравиться, нам комфортно. То есть, ну и детки, даже у деток у малышей сейчас адаптация проходит очень быстро. И я думаю, что это все благодаря тому, что у нас здесь ярко, красиво и интересно. Данные проекты, наверное, все-таки дают нам возможность сделать детство детей действительно ярким, незабываемым.
Останавливаться на достигнутом здесь, кстати, не планируют. Говорят, дети сами подают новые идеи и мотивацию развиваться дальше. А потому заведующие и воспитатели хотят написать еще один проект, связанный уже с патриотическим воспитанием. Сегодня как никогда важно, чтобы дети с малых лет знали, что Россия – большая страна с богатой историей, своими государственными символами, традициями и обычаями. Более сотни участников из разных районов нашей республики собрала военно-историческая реконструкция в Усть-Ильме. В этом году ее посвятили одному из самых значимых эпизодов Великой Отечественной войны. Операция «Январский гром» завершила долгую, почти 900-дневную блокаду города Ленинграда. Окунулась в историю и даже поучаствовала в освобождении железнодорожной станции МГА и Ксения Лосева. На импровизированном поле боя под Усть-Ильмой все выглядит ровно так, как будто вскоре здесь развернется настоящее сражение. Артиллерийская батарея, окопы, блиндажи, пункт связи и даже полевой хирургический госпиталь. Над деталями здесь работали не один месяц. Изучали архивные документы и воспоминания участников Великой Отечественной войны. Здесь есть все, что было необходимо для того времени. И инструменты медицинские, и даже капельницы у нас есть, и биксы, и вот все, без чего не могла существовать в то время медицина, чтобы спасать жизнь нашим ребятам, которые, не жалея ни себя, ни свои силы, сражались на поле боя. Полевой хирургический госпиталь помогли организовать студенты Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. А еще они сами тщательно подбирали военную форму, реквизит заказали заранее. У каждого здесь своя роль. Вот, например, ученик 11 класса Кроверучийской школы, племянник героя России Владимира Носова, сыграл роль легендарного офицера, старшего лейтенанта Сендеровича. Разведгруппа наша вела немца, пленного немца, который дал важную информацию по поводу, по расчетам, где находится немец. Наша задача была пленного языка немца доставить в штаб, чтобы его допросить. Потом также я со своей разведкой пошел в атаку. Ровно в час дня в небо взмывают сигнальные ракеты. Батареи полка начинают обстреливать позиции противника. На заранее выявленные огневые точки обрушивается град снарядов. Воздух наполняется ревом ракет гвардейских минометов «Катюши». Штурмовые отряды рвутся в атаку. Операция «Январский гром» началась 14 января 1944 года. К тому моменту противник сумел создать мощную систему обороны, получившую название «Северный вал». Крупнейшим узлом снабжения немецких войск под Ленинградом оставалась железнодорожная станция МГА. А владение именно этим стратегическим объектом и стало одной из важнейших целей для наших войск. Станция и поселок МГА были полностью освобождены от немецкого захватчика. Благодаря мужеству и отваге советских войск к 16 часам дня станция и поселок стали наши. Красный флаг над административным зданием станции поднял командир 3-го батальона старший лейтенант Фирзов. Для меня большая честь сыграть такого персонажа, потому что действительно это огромная роль, и это очень гордо играть старшего лейтенанта Фирзова. Реконструкции нужны для того, чтобы помнить и чтобы ощутить на себе, каково это было. Потому что действительно это очень тяжелая работа, и даже мы сейчас, реконструируя это проделывается огромная работа, и очень тяжело участвовать в реконструкции. А на полях, боях было еще в 10 раз тяжелее. Через 6 дней после операции блокада, длившаяся долгих 900 дней и ночей, была, наконец, прорвана. А подвиг наших солдат и офицеров навсегда вошел в историю той войны. Им, непокоренным и несломленным, выстоявшим и победившим, благодарная память потомков. Очень много наших земляков с Коми земли легли смертью храбрых при освобождение Ленинграда от блокады. И
Мы каждый год ездим в Синявинские высоты, делегации от Республики Коми, возлагаем цветы могилам наших бойцов известных и кого-то еще неизвестных, пропавших без вести. Очень важно, что мы с вами сегодня провели этот бой и еще раз вспомнили всех. Среди участников нынешней реконструкции были и те, чьи деды и прадеды сражались на тех самых Синявинских высотах под Ленинградом. А потому каждый понимал значимость происходящего. Прочувствовать это, не прочитая книжку там, или посмотрев фильм, а самому окунуться в эти события и там 150 метров проползти через снег, атаковать немцев, это очень такое важное, конечно, событие. Военно-исторические реконструкции в Усть-Цильме проводят уже не первый год и каждый раз стараются доподлинно восстановить ход событий. А еще обязательно рассказывают детям, какой ценой 80 лет тому назад нашей стране досталась та великая победа. Такими были некоторые детали этой недели. Увидимся на следующей. До встречи.